Мы снова вернемся к новостям из американского Бостона. Сегодня там прогремели два мощных взрыва на финише знаменитого на весь мир легкоатлетического забега бостонского марафона. В момент, когда спортсмены уже пересекали финишную черту, у нее собрались сотни человек, по данным американских СМИ, пострадавших в связи вот с этим ЧП десятки. На месте происшествия, как мы видим, работает полиция, скорая помощь, пожарная бригада. По поводу того, что стало причиной этого взрыва, сейчас разнятся оценки. Конечно, есть заявления очевидцев, которые говорят, что это мог быть теракт, но другие люди, которые стали свидетелями этого ЧП, говорят о том, что взорвалось нечто в близлежащем доме, полетели осколки стекла, многие из пострадавших получили как раз ранение вот из-за того, что взрыв прогремел и вынес стеклянные осколки. Что же стало причиной всего этого? Я думаю, полиция будет делать заявление уже в ближайшие часы. Пока никаких подтверждений либо опровержений того, что это мог быть террористический акт, по информационным агентствам не поступало.